Экологический Рязанский альянс заявил, что будет добиваться реального решения проблемы загрязнения воздуха, которая вновь обострилась. Эровцы требуют от начальства РНПК наладить эффективную сероочистку, модернизировать сооружения для очистки сточных вод и предоставить возможность общественного контроля за выполнением работ. Вот что сегодня нам сообщили в Рязанской природоохранной прокуратуре. Анализ, который проведен экологическими службами области, показал, что все-таки наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит нефтеперерабатывающий завод. Вклад остальных предприятий, он ничтожно мал, и, в общем-то, их влияние не доходит до населенных пунктов, вот до этих микрорайонов. Также сегодня на заседании регионального правительства заявление по поводу экоситуации в Рязани сделал губернатор Олег Ковалев. Источники проблем у нас давно уже определены. Мы знаем, что это очистные сооружения РНПК. И, как вам известно, значит, после перехода РНПК в состав Роснефти нами было подписано соглашение с Роснефтью, в котором одним из пунктов стоит реконструкция очистных сооружений, в том числе и мехочистки, которые находятся на территории завода. Стоимость реконструкции очень большая. Это порядка 50 миллионов долларов. Значит, но Роснефть идет на это, и сегодня выполняются проектные работы. И по завершению проектных работ специалисты Роснефти должны будут приступить к реконструкции этих очистных. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы ускорить включение в реальную уже работу по реконструкции Роснефти.